Ну что, можете нас поздравить? Сегодня Кунцевский суд подтвердил отказ московского нотариуса Чернявского, отказ Романовой в выдаче ей прав на наследство. Таким образом, Романовой отказано в праве на наследство, а нам отказ никто не выписывал. У нас завещание признано действительным, и сейчас во Франции большой суд в течение нескольких месяцев передаст нам права. Короче, мы победили. А враг бежит, не отвечая на вопросы, почему вы оставили Люсю погибать. Скрытливый агатс.